Денег в питерской группе Antifascist Action, и хочется поблагодарить Сашу Степ за то, что он замутил эту штуку, и, естественно, всех, кто пришел. Да, теперь вы уже не отмажетесь, теперь вы все перефотографированы и учтены. Даже если вы там будете говорить, что вы просто аполитичные панки, там, вам все равно дадут письмо. А еще, в прошлый раз... Я имел в виду аполитичных милитант антифашистов. Thank you.
тебе спасибо. Мы тебя помним. Хороши. Бейте кастеты, арматуры и ножи. На самом деле было бы пить, если бы было бы еще третий микрофон. На самом деле все более бы были сдружены, более пизда. Thank you.
самое злое, если полиция это добро освещается всем уличным антифашистам. Потому что Unity — это когда панки и скины вместе пиздят фашистов, вот это Unity, понимаете? А это не про то, что круто бухать в баре по всем спинам. Завтра всем пиздовать на Первомай. Там будет куча валючих фашей идти в колонии. Их надо всех оттуда выбивать, обоссать, обосрать и обстебать. Как минимум, понимаете? А не сидеть завтра дома и наслаждаться выходным, который вам дало ёбаное государство. Надо завтра мутить, понимаете? Давай, блядь! Погнали! Еще раз! Еще раз!